Значит, короче, Майк Тайсон выходит на ринг, против него поставили самого сильного боксера, но этот боксер в последний момент, в общем, короче, он испугался и на ринг не выходит. Устроители не понимают, что делать, публика ждет, нужен соперник, смотрит возле рынка, смотрит, какой-то мясник стоит. Они ему говорят, значит так, слышь, мясник, ты отстоишь один раунд, получишь 500 тысяч зелени, понял? Тот соглашается, начинается бой, Тайсон бьет справа, апперкот, ну, в общем, короче, начинает мочить мужика. Мужик стоит весь раунд, все в шоке, ему говорят, слышь, мужик, если ты еще один раунд отстоишь, то ты получишь лимон зелени. Второй раунд мужик отстоял. Все в ужасе. Подходит мужик и говорит, слышь, мужик, ты если еще один раунд отстоишь, то ты 3 лимона баксов получишь. Мужик говорит, нет, я больше стоять не могу. Я его сейчас начну пиздить. Значит, в общем, ситуация такая классическая. Жена в постели с утомленным любовником. Неожиданно врывается муж. Жена кричит любовнику. Дорогой, докажи ему, что ты настоящий мужчина. Любовник орёт, как? И ему тоже. Дело на учениях происходит. Значит, старшина говорит, рядовой Бельдыев, у вас есть еще немного воды во фляжке? Бельдыев говорит, конечно, братан. Подождите, как вы разговариваете со старшим по званию? Я повторяю еще раз вопрос. У вас есть вода? Никак нет, товарищ сержант. Тропическая страна. Туристы садятся в длинную пирогу для прогулки по реке. Гид говорит гребцу. Слушай, я не могу на всю лодку орать. Я буду только для передних рассказывать, а ты все равно в середине лодки сидишь. Ну, ты там повторяй мои слова для тех, кто сзади. Получишь чаевые? Тот говорит, окей. Ну, поплыли. Гид рассказывает. Сейчас мы проплываем мимо типичной местной деревни, крыши умело украшены пальмовыми листьями. Лодочник повторяет. Сейчас мы проплываем, крыши, пальмовые листья. Гид говорит. А сейчас мы оказались в типичном тропическом лесу, вы видите, бананы, лианы, баобабы. Тот повторяет. В типичном тропическом лесу, лианы, баобабы. Гид говорит. Вдали вы можете разглядеть типичного местного жителя, который... Вдруг гид приглядывается и видит, что этот местный житель трахается с какой-то красоткой, прислонив ее к баобабу. Гид говорит, местного жителя, который, похоже, катается на велосипеде. Лодочник повторяет. Вдали вы можете разглядеть типичного местного жителя, который... Блять, это ж мой велосипед! Грузин в поезде играют в шахматы, один сидит, долго думает, он бережно берет королеву, ставит на центр доски и говорит «мат». Второй задумывается, он бережно берет короля, ставит рядом, говорит «отец». Встречаются два мужика. Один говорит «слушай, хорошо бы найти огромный клад». Знаешь, и весь из говна, чтобы. Второй, а почему из говна-то? Слушай, с каким удовольствием я бы отдал 70% государству?